Продолжением курса «История кино» является курс «Современное кино». Мы его запускаем после Нового года. И здесь уже не я один читаю лекции, а у нас целая команда педагогов, команда очень классных специалистов, которые вам расскажут о кино в разных странах и регионах. Это Кирилл Разлогов, это Андрей Плахов, это Антон Долин, это Виктория Белопольская и многие-многие другие. Без ложной скромности я скажу, что, в общем, мы собрали, наверное, весь цвет киноведческой и кинокритической мысли. И мы говорим о современном кино в двух разрезах. С одной стороны, про разные страны и континенты, а с другой стороны, про разные виды кино. Помимо игрового кино художественного, мы говорим про тенденции в анимации и в документальном кино. Всегда спрашивают, где граница между историей и современностью. Ну, так условно мы договорились, что это 2000 год. То есть на курсе «Современное кино» мы говорим о кино 21 века. Однако у каждого специалиста, который читает лекции, будет, конечно, своя граница в каждой конкретной стране или регионе, о котором он рассказывает. Ну, допустим, в странах Восточной и Центральной Европы это понятно, что 91 год, год краха Советского Союза и Совета экономической взаимопомощи. Ну что же, наверное, самое главное, что я хотел сказать, я вам рассказал. До встречи у нас в школе. Пока.